Израиля Бенямин Нетаньяху выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США в надежде вернуть внимание Вашингтона к Ближнему Востоку и заручиться поддержкой войны в Газе. Он заявил, что готов продолжать борьбу против Хамас до полной победы. Ум всегда нагоняет страху на бездарность и там, и здесь. Держит речь Биби Нетаньяху, и от брава дрожит Конгресс. А на стритах идет движуха, Арафаток нахапал бес. В них студенты, бомжи, старухи, трижды гребаный политес. Кто за деньги, кто просто с дуру, кто из членов ЛГБТ, всех в Иране спустили б шкуру и сломали хребты затем. Кто под кайфом, кто пьян в дымину, кто от собственной дури пьян, рьяно топят за Палестину, но не знают, где Иордан. В Арафатках потомки хиппи, что похожи на обезьян. Все они, коль сравни, и Биби, лилипуты, и великан. Небожители Голливуда, правда, ради не все, только те, кто душой паскуды в Арафатках во всей красе. Попадаются люди глыбы, их не втиснуть в неправды щель. Держит речь Нетаньяху Биби, слово пуля бьет точно в цель. Биби годы идет по краю и не знает пути назад. Вместе с Биби страна Израиль, против Биби кромешный ад. И продолжу высоким штилем. Мы живем, словно завтра в бой. И не может быть или-или, кто Всевышним, кто с сатаной. Звезды блещут в бездонном небе, и поет ангел жизни гимн. Если врозь превратимся в пепел, если вместе, то победим!